среднем миграционный пункт номер 7 посещает около 30 человек в день. С учетом того, что работает здесь всего 2 сотрудника, это немало. Миграционные подразделения полиции оказывают населению десятки государственных услуг. Сегодня получать их намного быстрее и комфортнее, чем, скажем, 10 лет назад. Мы оказываем услуги гражданам, мы принимаем на оформление российских паспортов, делаем регистрации по месту жительства, по месту пребывания, снятие с учета, предоставляем адресно-справочную информацию. Некоторые уведомляют о гражданстве другого государства. Наверное, работа наша позитивна, сообщение с людьми. Каждый человек со своей проблемой и своим настроением. Однако настоящий профессионализм в том и заключается, чтобы уметь общаться с любым посетителем. При этом все большее число граждан предпочитает получать государственные и муниципальные услуги с помощью специальных сервисов. Многие подают через МФЦ. То есть мы их не видим, да, к нам приходят документы, мы их оформляем и обратно передаем. Вот. К нам сейчас больше всего через портал госуслуг подают люди. Популярнее становится. Портал госуслуг позволяет свести число посещений миграционного пункта к минимуму. Те же посещения, которые необходимы, становятся более приятными благодаря опыту и доброжелательности сотрудников полиции. Кстати, в миграционных подразделениях Анна Милехина работает уже 19 лет. Я сегодня пришла за услугой регистрация по месту пребывания в поселке Горки 10. И Анна Владимировна мне все очень доступно и понятно объяснила. Очень приятно, что в отцовской полиции работают такие грамотные и доброжелательные сотрудники. Работа миграционных пунктов регулярно проверяется членами общественного совета межмуниципального управления МВД России Одинцовская. Однако лучшая оценка – это признание самой общественности. Петр Горохов, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».